Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям близнецов двух и более детей, зачисленных в первый класс, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее выделения является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. Россиян обеспечат качественной питьевой водой, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района Самары. В 79 регионах страны строят новые и модернизируют действующие системы центрального водоснабжения с применением современных технологий водоподготовки. Более 1200 объектов водоснабжения введены в эксплуатацию по федеральному проекту «Чистая вода». До конца года планируют запустить еще порядка 200 объектов. В Самарской области 7 объектов водоснабжения планируются к завершению ввода в эксплуатацию в текущем году. 14 объектов ввели в эксплуатацию с 2019 года. Лето в самом разгаре, напоминает администрация Красноглинского района. А значит, пришло время для очередного анонса тренировок по месту жительства. Занятия спортом на свежем воздухе и в шаговой доступности проводятся бесплатно. Их ведут профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы. Проводятся силовые и стретчинговые тренировки, а также зумба и сальса. Они проходят на набережной и в парках Самары. Подробное расписание можно посмотреть в телеграм-канале Красноглинского района.